Здравствуйте, меня зовут Адюкова Ангелина, мне 13 лет. Я выпускница детской школы искусств имени Балакирова города Ульяновск. Хотела бы вам представить свою дипломную работу, а именно проиллюстрированный рассказ. Его написать меня сподвиг мой учитель Кузьмин Сергей Викторович. Я долго думала, на какую тему написать свой рассказ и какую идею в нем передать. И в итоге остановилась на теме искусства. В моей книге четко показан, насколько чудесно искусство и насколько прекрасна дружба. Я хотела бы, чтобы все, кто ее читал, вдохновились так же, как и я, когда ее писала. И своим одноклассникам хочу пожелать удачи в будущих начинаниях, в искусстве и чтобы у них все было хорошо. Спасибо хочу сказать тем, кто помогал мне писать книгу, тем, кто дал мне идею. И большое спасибо Сергею Викторовичу за то, что он решил сделать дипломной работой эту книгу. Я очень рада, то, что мы ее